на прибыль у меня осталось заплатить 109 тысяч рублей. А еще НДФЛ – 35 тысяч рублей и страховые взносы на сумму более миллиона. Руководитель одной из управляющих компаний заверил, задолженность погашать начал. Этот факт зафиксирован налоговым инспектором. Общая сумма долга составляла более 2,5 миллионов рублей. Половина уже оплачена. У нас неравномерное поступление было субсидий от учредителей федерального бюджета и плюс на сегодняшний день снижение спроса и отсутствие на зерновые и зерновые культуры, то есть резко упали цены. Представитель сельскохозяйственной компании из Немчиновки пожаловался на проблемы со сбытом сырья. Его предприятие занимается производством зерновых и бобовых культур. Ну что за отношение к работе? Вот я не понимаю, почему никто не понимает, что мы должны, наверное, работать вместе. Всего на комиссию было приглашено 25 должников с общей суммой задолженности более 66 миллионов рублей. Члены межведомственной комиссии призвали начальников теруправлений ответственнее относиться к работе с должниками. А налогоплательщиков попросили закрыть все обязательства до 8 мая. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».